Всем привет, друзья, с вами Слава Жара. Сегодня поиграем в Pet Simulator X, чтобы я вам мог рассказать, как быстро нафармить себе монеты. Также я вам расскажу, как же все-таки найти больше всего монет, чтобы их забрать. Начнем мы с того, как получить награду, где много очень монет. На самом деле, на этой начальной локации самая большая награда – это огромный подарок. То есть он даже больше, чем вот этот вот, вот эта коробочка с монетками, сундучок типа такой. Давайте я в них покушать. Монетки же идти на вот эту мелочь. Ну и, собственно, вот такие вот даже большие, смотрите, видите, вот такие вот. Большие награды выпадают вам. Ну, а сейчас я расскажу вам, собственно, как же все-таки нафармить много себе монет в этой игре. Ну, и сейчас все конкретно объясню. Давайте сначала заберем вот эту награду. Много понакидали тут. Хе-хе. А перед началом следующего объяснения подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну что ж, начну с того, чтобы, а как же все-таки нафармить много монет за буквально 3 секунды, 2 или 1. Ну, собственно, очень прост наш секрет. Вы просто встаете рядом с вот этой вот поедалки для наших питомцев. Конечно же, нажимаете на нее, чтобы питомец ел. И просто вам сразу летит все. И вам не надо по одной забирать. И получается, вам так дают очень много. И вы даже не замечаете простым глазом, что обычная награда. Ну и приступим к тому, что оказывается у нас самая большая награда не подарок, а собственно вот этот вот огромный сундук. Пусть моя свинюшка его съест. Все-таки я ошибался немного с наградой. Вот видите, вот тут просто тоже, ну, кристаллики это, собственно, не считается самой наградой большой такой. Вот здесь вот видите, я стою тут, ну, просто из него еще прям не взорвалась такая большая награда. Сейчас, может, попробуем. Чё, свинья? Ну, не с каждой наградой бывает, как я говорила. Ну, а сейчас давайте подождем нашей ежедневной награды и заберем ее. Пусть мои пэты отправятся покушать, и будет у меня много монеток. А наш сундук подходит к концу. Вот видите, я стоял рядом, и смотрите, сколько у меня теперь денег. У меня только что было 153 833, а сейчас очень много дали мне награды. Вот смотрите, вот просто что происходит. Кстати, вот подарок. Пусть они его съедят. А вот это все ешь. Что это такое вообще? Через 30 секунд будет у меня ежедневная награда. Ну или не ежедневно, а вам через некоторое время, через определенное время, определенные награды дается. Каждая из них чем-то крутой. Вот давайте идите вот это вот все. Жарите. Да что так много-то? Я же не успеваю все собирать. Ого. Много. Много дают. Наши питомцы. Так вот. Получается очень много награды. Все, покупаем нашу награду. И мне даже еще себе много. Многовато мне дали очень-то и много. Ого, мне дали очень много. Я не могу открыть это. Давайте подождем еще одну награды. В конце видео ее откроем. А давайте сейчас заберем вот это все. Сейчас.
пусть они алматики собирают. Потому что это очень хорошая награда. Коин коллектор. Два комплекта. Хорошо. Так, что тут? Угу. Ничего себе. Собирайте тогда вот это. Они просто это сразу берут. У меня очень сейчас много монет, ребята. Вы даже не представляете. Сколько много, что происходит. Давайте вот это еще. Идите. Значит, тогда это. Давайте, фармите больше. Так. Вот в меня все сразу пришло, собственно. Все, ешьте вот все сами. С усами. Димон, плиз, мистер, it's now. Вот видите, как легко просто собрать вот так вот. И ничего не надо, не усложняется ничему. Ни к чему вообще. Ни к чему просто ходить. Ну, если вы уже просто берете сразу несколько таких вот монеток им даете, или у музыков покушать, то вы можете либо выбрать эти отдельные, либо просто у вас не получится зафармить нормально. Ну а сейчас я собираю награды, как вы видите, что я и говорил. Угу, много дали. Очень много уже тут творится. Много очень. Очень много. Все. Видите? Все мне дается. Видите, как это? Тут то есть. Так, тут мало, да. Ага, все. Так, ну давай уже награды побыстрее. У, как много нафармили. Много очень. Так, а что тут? У нас есть вот такие вот наградки. Ой. Я что-то за свои алмазики купил. Так, мне дается все. Так, что-то... Ты тоже иди, кушай. Так. Сейчас наша награда откроется. Скоро. Ну ничего, побыстренько. Жарите, пока я вот там вот соберу. Ну что так миленько. Все по миленькому. Сделаем скриншот.